Всем снова привет, меня зовут Игорь, и сегодня я хочу показать, как создать текст в фотошопе, ну такой синий, неоновый, можно так наверное, сказать. Не совсем, может, похож на неон, ну ладно. Так, ну, для начала нужно создать фон, я создал уже. Так, теперь необходимо создать слой. На этом слое, значит, мы его заливаем, короче говоря. Да. Теперь на новом слое, уже на другом, можно его как-нибудь назвать, ну а пофиг. Значит, создаем уже текст. Ставим букву. Так, цвет пока можно, я думаю, любой выбрать. Значит, ставим буковку Х. Шрифт используем так. Все окей. Теперь мы его просто-напросто увеличиваем. Ну, примерно вот так. Есть. Да, есть. Так, теперь, значит, заходим в стиль слоя. Так, нам необходима обводка. Раз. Она у нас будет синяя, вот такая. И внешнее свечение. У нас будет тоже синее, вот такое. Так, дальше. Размер. Нет. Размах. Нет, все-таки размер. Смотрим. Да, вот такой где-то. И разницу ставим. Все, мы все тут сделали. Теперь заливку. Допускаем до нуля заливку. Кстати говоря, обводку, я думаю, побольше можно сделать. Во-во-во-во-во. Не-не-не, не переборщим. Вот так. Да, как-то. Да, как-то так. Ну все, окей. Не, подождите, ну-ка, стоп, еще чуть-чуть поменьше. Ну, вот. Вот так. Ну, сойдет. Теперь создаем опять новый слой. Значит, текст. Х, значит, опять. Не-не-не. Ну да. И увеличиваем примерно до такого же размера. Так. Вот так. Дальше копируем, значит, стиль слоя. И вклеиваем. Вот так. Все окей. Да. Теперь. Значит, также создаем буковку Х. Так, и увеличиваем примерно до такого же размера. И ставим вот так вот. Да. Все окей. И также мы вклеиваем. Убираем как-нибудь, может быть, вот так. Можно так. Ну так. Все. Теперь нам необходимо, значит, дублировать их. Они у нас будут вот так вот называться. И как бы они у нас все выделены. Мы можем их вместе, значит, как-то трансформировать, как вы видите. Ну, мы можем сделать вот так. Опять я тупанул. Надо было просто-напросто повернуть их и все. А я начал тут крутить что-то. Ну, по-моему, нормально. Все. Теперь, значит, непрозрачность ставим на 27. Я думаю, сойдет. И как-то так. Теперь, значит, я думаю, может быть, стоит. В общем, неважно. Может быть, их объединить. Ну, может быть, да. В общем, необходимо нам создать новый слой и вот таким вот образом, значит, сделать такое свечение, можно сказать, наверное, так.
Да. Теперь нажимаем фильтр, размытие по Гауссу. И примерно ставим, размываем. Окей. Мы его можем подвигать. Но... Так, мы выделяем. Я думаю, стоит повыше поднять наши буковки. Что-то есть, да. Что-то есть. Ну, в принципе, все.